За что задержан? Задержан за мошенническую деятельность в отношении бабушек. А приезжал на адреса, забирал... Какого числа приезжали первый раз? 17-го. Сколько забрали там денег, средств? 100 тысяч рублей. А положил на карту и перевел. Еще куда? Вы еще были на адреса ходили? Да. Сколько денежных средств забрали? 650 тысяч. Содеянно раскаетесь? Да. Вину признаете? Да.